have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами опять здесь, возле вот этого бренного трупа. Экзамена на ваших экранах, если что. Я собираюсь немножечко подлечиться. Наша серия, если вы помните, закончилась на неком небольшом фиаско. Так, у меня 3 камушка. Блин, вы с этими камнями затроллили уже. Выкидывай, не выкидывай, оставляй, не оставляй. Блин, я не знаю, что с ними делать. Ладно, я их потаскаю еще одну серию, я без понятия, зачем они. Так, хорошо. Тут у нас жетончики, тут у нас... Тут карты, да, все хорошо, все нормально. Кстати, по поводу карт, ребятушки. Или знаете что, может, ну его нафиг, лечение это. Ладно, давайте я все-таки вылечусь по-быренькому, потому что... Блин, оно так не вставляется, ты серьезно? Это нужно вот так. Вот так. И вот так. Давай, быстренько отхиль меня. Пока батарейка не села, у меня всего 3 зеленых камня, это мало. Это чертовски мало. Я, естественно, сейчас бутылки-то буду экономить, потому что, ну, если можно вылететь таким образом, то что ж бутылки-то тратить? Еще вот эта маска, она же у нас восполняет реген оранжевой шкалы, то есть как таковой наша вот эта вот выносливость, а не выносливость, как она называется. Так что, наверное, я так полагаю, что эта штука будет еще очень полезна при битве с боссом. Так, где этот второй ушлепок? Тварина, ты где? Зашли, блин, двое на одного. Ага, все, теперь все сошлось у меня в голове, хорошо. Буду с вами новостями сейчас делиться. Я облазил довольно-таки приличное количество мест, если уж так можно говорить. Так, это значит вот сюда. Все, ну, карта у нас север, север здесь, да. Карты рынка практически нигде нету. То есть, обычно все заканчивается на картах големов и всякое такое. А это не книжка, случайно? А, это, да-да-да, это табличка. Тут у нас череп этого рогозавра и всякое такое. Да, так вот, карты... Вот рынка нету, но мне удалось нарыть одну карту. Есть хорошие моменты и плохие моменты. Хороший момент в том, что она без спойлеров, без пометок, вообще без ничего. Она пустейшая, тупо карта. Но при этом не такая, как в игре, а, ну, как бы, я думаю, что она выглядит не так, как в игре. Когда мы найдем карту от уровня, она будет выглядеть по-другому. Но самое для меня главное, что она без спойлеров. В ней ничего нету. Так, а я не помню, мы вот в это все заходили или нет. Выглядит как... Что ты такое? А, стоп! Двуручная булава. Ух ты! Ха-ха, неплохо. Не то, чтобы я ее прям брать буду, но неплохо. Хорошо, этот сундук того стоил. Тут у нас шматье разное. Платок! Это маска на лицо, кстати. Сандали. Это если мы не нашли бы... Блин, я все время забывал, как та штука называется. На джанкшене, на перекрестке мы нашли этот намордник. А вот это выглядит как место, чтобы сюда что-то вешали. Я бы даже предположил бы ключи, но нет, это не ключи, это для одежды. Так, хорошо. Хорошо. Тут ничего. Стойте, а как... Не. Ага. Вот, вещи крутить-то можно, да? Корзиноголовый вернулся! Всех порву, один останусь, ладно. Ну, чувак, надо было старое вспомнить. Как-то мы нашли корзину и на голову ее не надеть. Хорошо. Так вот, это я к тому, что я сейчас более-менее соображаю, где я нахожусь. Я буду время от времени поглядывать чуточку на эту карту.
Мы сейчас находимся примерно на середине Локи. Тут я смогу покрутиться, повертеться, посмотреть что да как. Я не помню, где я был, где я не был. Лока, ну, не такая уж и большая, кстати, если уж на то пошло. Наверное, ну, точно поменьше, чем Перекресток, и точно поменьше, чем Големы. Она просто вся запутанная и разбитая. Вот за счет этого она кажется... А, там мишени. За счет этого она кажется огромной, но она не такая уж и большая по своей сути. Хорошо. Будем сейчас пытаться выискать те места, в которых мы не были. Потому что я вчера, ну не то чтобы это, просто так бегал наобум и где-то забежал, где-то пропустил. Сейчас будем смотреть. Так, вот знаете, в общем, ух ты, а это что за колесо фортуны-то? Там кто-то бегает. А ты замахнуться не можешь? Ладно. Слушай, чувак, ладно. Давай сыграем. На что ты ставишь? И что ты ставишь? Давай решим. Колесо фортуны. Я не могу его крутить, к сожалению. Ну, тут явно проводили, то игровая какая-то комната, тут проводили всякие, тут, наверное, кидали мячики, выбивали что-то, тут пытались попасть в это, ну, я понимаю, да. Что это, где это, для чего это, ладно. Табуретка, отпусти меня, пожалуйста. Ну, и тут, наверное, были соревнования на меткость, это ярмарка, то, что называется ярмарка, то, что вот люди приходили повеселиться, что-то выиграть для себя. Давайте мы этого упыря сейчас зашатаем. Вас опять двое, это нечестно. Фу-фу-фу-фу. Это был тот, который сбежал. Я его добил по-быстренькому. Хорошо, удачно. Фарш, на тебе. Все. Фух. Ну, блин, ну по два. По одному они просто очень напористые. По одному вылазят, а по два это вообще беда. Потому что... Но они зажимают, и ты с ними ничего не сделаешь. Хорошо. Здесь. Вот же, я говорю, шары. Да, точно. Ну-ка, я выиграю или нет? Ха-ха-ха, да, я выиграл. Стоп, 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 стоп. Я хочу еще сыграть. Отойди. Ой, блин, там еще шары есть. Ну-ка. А, это была ловушка. Значит, на это не надо было кидать, или... Или надо было, ладно, да, еще один. Давай вот сюда. Есть. Дай мне синий шар. На! Блин, почти! А, ладно, интересно, какие призы были. А, это было неплохо. Еще у меня была на секундочку идея, что вот эти вот все провалы, которые здесь появились, если в них провалиться, так скажем, то я, наверное, окажусь в подземелье, в которое меня постоянно выводит эта лока. Но, наверное, это неправильное мышление. Если я провалюсь, я сдохну к черту, да? Так, тут туалет. А это место? А здесь мы, кажется, были, да? Или нет? Или да? А, стоп, вот подушка, да, были. Хорошо. Сейчас я на секундочку с картой сверюсь, хоть более-менее понять, где мы находимся. Так, а игровые комнаты у нас... Минуточку, я прошел сюда. Ну, на самом деле, на этой карте... Можно, кстати, старого образца, вот это что интересно. То я нашел зеленую комнату, в которой мы были, и вот ту площадь. Более-менее поэтому я ориентируюсь. И начало уровня совпадало с тем, что я понял. Но вот, например, где мы сейчас...
Я не очень хорошо понимаю. Ну и как бы фиг с ней. Хорошо, пойдем. Тут, по крайней мере, есть вот эти вот открытые территории, открытые пространства. Ну, блин, вот эти провалы, кстати, вообще некрасиво. В смысле? А, это у нас заперто. Точно, 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 точно. Серьезно? А это что? Ну, через эти двери я не проходил. Они выглядят так, как будто они не открыты были. Что это за место? Это электрический звук сейчас был от моей булавы, или тут опять где-то электричество заклинило, и мне нужно будет что-то делать? Я вот, кстати, знаете, что начинаю думать? Я же перед серией не просматриваю предыдущую, где я был, чтобы это, ну, то есть, наверное, чтобы не рушить какую-то аутентичность. О! Ты, блин, брейкдэнсер. Да. Надо, до свидания, все. После таких влетов по голове тебя уже вряд ли что спасет. Я тут пройду, нормально. Что это за место? Я помню, что я куда-то в одну дырку уже так протискивался. Но был я тут, не был. Давайте смотреть. Тут есть сундучок. Иди по лестнице, пожалуйста. В сундучке есть мачете? Длинный нож. Те времена, когда такие штуки были оружием. Я не могу подняться по-человечески. Не, ну вы прикиньте, я не могу по... И спуститься-то... О, блин. Ну, красота. Почему я не могу по этой штуке подняться? Это же странно. Вообще, с лестницами именно на этом уровне творится какой-то бред. Так, это вот там я открыл дверь, вот отсюда зашел, да? Давайте посмотрим, что здесь. Здесь вон еще один сундучок. Шляпа. Хорошо. Видите, тут двери везде полузакрыты. Это, ну, такое ощущение, что как будто я там не был. А это у нас выход к центральной площади все равно, да? Ну, более-менее будем это место так называть, центральная площадь, потому что, ну, у локации все равно же есть какая-то середина. Да, там у нас были дверки еще не обследованные. Да, похоже, у нас все-таки звук именно от нашей булавы идет, вот электрический. То есть я на секундочку прислушивался, может это где-то какая-то дверь не отключенная или что-то такое. Нет, нет, нет. Так, а ты кто такой? Такого вроде раньше... Блин, эта штука выглядит подозрительно. Ну ладно, потом присмотримся. Такого вроде раньше не было спуска. Нет, это... Иди, пожалуйста. Ой, блин, паралитик. Нет, ну ступеньки, это прям беда. Чё это такое? О, чё это за... Я там кого-то слышал. Чё это за место, интересно? И отсюда у нас есть подъемы. Так, ну отсюда мы пришли. Извините. Можем пойти сюда, можем пойти... А, вот эти две окружные лестницы, они, видимо, ведут в одно место. Сюда.
То есть здесь наверх что-то ложилось. Я это, ну или оно, ну оно должно было открываться. Тут есть ручки, но открыть я это не могу. Возможно, знаете, что я думаю? Это мусоросжигатель. Возможно, здесь просто избавлялись от... Я не могу по той лестнице пойти, у меня тупо застрет персонаж. Нет. Вы не можете так со мной поступить? Он мне отказывается идти по лестнице, смотрите, он встал как вкопанный и все. Давай хотя бы упади. Ну, хоть так, блин, потому что... Только не застрянь там, пожалуйста. Фух. Выберись, выберись, выберись. Дайте я, пожалуйста, еще по той лестнице подымусь по-человечески. Все? Погодите, ребят. Итак, нас загрузило здесь. Причем выкинуло таким образом, как будто тьфу, пошел отсюда говна кусок. Я уже начал серьезно бояться, что наша игра на этом закончится. Это мусоросжигатели. Ну, интересно было, но с лестницами явно проблема. В общем, туда я больше не ходок. О, привет, чувак. Иди сюда. Что ты нервничаешь? Иди сюда. Ты меня уронил? Серьезно? Да хватит обниматься-то. На, на. Блин, эта штука шоком его неплохо фигарит. На тебе фарш по голове. Фух. Он в клинч входит и все. То есть то, что я делал с ребятами, у которых длинная оружка, он тоже те самое делает со мной. Просто лезет в обнимашку и все. Такой, не отпущу. Ой, блин, тут это дырки, осторожно. Дверку открываем. Без понятия, где меня отреспавнило, кстати. Сейчас будем смотреть. Не, места так-то знакомые. А вот это выглядит симпатично. Вот это выглядит интересно. Так, мне показалось, кстати, что тут еще кто-то топал только что. Надо быть осторожней. О, ну тут везде, кстати, ковры. Возможно, это какое-то место для отдыха. Кто знает. Смотрите, камень дорого... О, батарейка! Правда, красная батарейка, то есть... Я вроде как не нашел еще использования для красных батареек. Но... Топает, топает кто-то. Зачем эти камни собираю? Тут у нас кольчужный капюшончик, свечка, уголечек. Неплохая находка, кстати. Я бы больше обрадовался настоящей карте. Ну, не той, которая у меня есть, а вот настоящей. Но что поделаешь. Колода... Ну-ка. Колода провидения. Эти карты раскрывают различные элементы знаний через прекрасное искусство Бургазаза и могут также показать, что случится в будущем. Некоторые считают, что... Прорицатель находит путь через множество ветвящихся дорог судьбы. Третья колода карт Каро. Каро, Таро. The Passage, The Scholar и The Hangman. А, блин, я забыл. Ну, это все сомнительно, но давайте я и третью колоду возьму с собой. Как бы, ну, игра нам их дает. Они попадаются в сундуке.
Ну так. На самом деле, знаете, интересное местечко. Ну, это явно какая-то комната отдыха или что-то. Она, кстати, смотрите, она полностью круглая. А где у нас? Я сейчас попробую посмотреть еще раз карту. Блин, вот то, что там постоянно кто-то топает, меня не очень устраивает. Сейчас я хотя бы хоть как-нибудь прикину. У нас круглая комната была зеленая, и тут круглая комната с лутом. Блин, ну примерно хотя бы где она? Я не уверен. Я говорю, что вполне возможно, карту, которую я нашел, это какая-то старая версия карты или что-то такое. Кстати, стойте! Круглая комната. Единственное место, которое мне показывают, то есть, по идее, если мы сейчас выйдем из этой комнаты и мы окажемся рядом с зеленой комнатой. Мне опять булава села. Блин, чувак. Ребята, нельзя! Так, вы мне уже сколько батареек-то высадили? Булаву открой, пожалуйста. Блин, там кто-то еще бегает. Выкинь скорее. Вставляем новую. Да вы не офигели случайно? Блин. Они меня роняют под лавочку. О, он один опять остался. Отлично. Они друг друга забили. Но одного-то я, наверное, добью. Сдохни ты уже, наконец-то. Фарш. Сколько вас тут? Нет, ну реально. Этот один выбежал. А если бы я успел выйти туда, они бы на меня вылетели втроем. То есть они в два лица меня мнут неплохо так. Они так бы вылетели втроем. Молодец, ты еще и упади тут, ага. Давай камушек уберем с дороги. Эти трупы, их надо оттащить. Они не тащатся. О, там четвертый. То есть у меня вполне был шанс драться с тремя, да? Фух. А вот это вот... Это куда? А, это спуск у нас, в пещеру, по-моему, я помню это. Ну-ка. Секунду, просто я хочу проверить свою теорию, если я прав. Да, это вход в зеленую комнату. Все. Да. Тогда все нормально. Две круглых комнаты. Я потому и говорю, что я на карте другого-то больше и не вижу. Есть вот две круглые комнаты, но не может же быть, что они рядом. Может быть. Поэтому комната с лутом у нас буквально здесь. А круглая комната здесь. Что с тобой сейчас было? Что это за макарена была такая? Так. Этих тварей здесь прям просто дофигища. Смотрите. О, еще кто-то топает. Блин, а вы случайно не спавнитесь там где-нибудь? А то было бы неприятно, знаете. Короче, ладно. Вот это один вылетел. Вот тут второй. Там внутри четверо, да? Вот третий.
четвертый, пятый, шестой. Дофигища. Так, по идее, у нас тогда в этой вот стороне неисследованная лока. Ну, или, насколько я это понимаю, неисследованная. Давайте заглянем, посмотрим хотя бы. Это я отсюда пришел, да, сейчас? Мне интересно посмотреть, что находится вон там. Я сейчас буду немножечко путаться, блуждать и все дела, но как бы это вроде как естественно, да? Все, что естественно, то не безобразно. Так обычно все некрасивые люди отмазываются. Такие, ну что ты, ну это же естественно. Это дыра или вход? Ну там дверь открытая прямо в дыру, то есть... С чего ты сейчас-то упал, дурачок? А. В общем, ну, насколько это может быть заметно, что это новая лока, что здесь вот текстурки очень сильно недоработаны в соотношении с остальной игрой. То есть, меня это, ну, не бесило, то, что он спотыкается обо всем. Меня это как бы раздражало немножечко, но не бесило. Но здесь он, те же самые лестницы, с лестницами просто адская проблема. Спотыкается на ровном месте, тоже проблема. Вот эту локу еще допиливать и допиливать. Так, хорошо, здесь мы не были, здесь вон там вот за стенкой кто-то бегает. Да понятно. Нет! Ох! Это что-то серьезное. Это что-то серьезное. Посмотрите на него. Это прям какой-то диабло ходячий. У меня такое ощущение, что нужно... Сейчас посмотрим, будет он рядом, не будет. Где моя булава? Меч вижу. Окей, чуваку приехало в жбан моментально, буквально. Так, R. Где моя чертова булава? Я ее не вижу. Куда делась моя электрическая булава? Самозатачивающийся меч? Да, кстати, у него с батарейкой... Нет, это не то... У него с батарейкой все нормально? Ясно, он пустой. Я столько дрался, что... А, там, кстати, батарейка была полувысажена уже, да? Кстати, возможно, и в этом проблема. Меня интересует другое. Куда делась моя булава? То есть, блин, я-то пока что... Там, какой мы берем? Вот этот. Я пока что вот этот меч-то, конечно, возьму в руки. Но... Ребят, я за тем артефактом големом лазил. Где она? Ух. Неужели меня так сильно долбанули, что она далеко прям от меня улетела? Блин, что это за диабло-то был такой? А, что-то хрюкнуло. Черт. Ну, неприятно, конечно. Он же, кстати, своего же мелкого вот этого и ушатал. То есть я мелкому там нанес какой-то урон, да? Но он же сам его и ушатал. Мне кажется, у меня такое ощущение, что эта штука будет посильнее Чубаки. То есть Чубака, скорее всего, тоже один из мутированных версий вот этой фигни. Но она как-то весом, что ли, брала, напором. Черт, где булава, ребят, вы это видите или нет? Ну, то есть...
Прямо знаете, как в той книге, найти, чтобы потерять. Я понимаю, что она батарейку жрала и все дела. А, вот она. Ой, вот я слепошар-то. Кстати, что там по батарейке-то? Еще есть. А! Вопрос. Хочу ли я еще раз с этой штукой встречаться? Ну, наверное, хочу. Но смотрите, она меня с двух ударов лупит. Я даже не знаю. Придурок. Упади, пожалуйста. А к той двери как пройти? Опа, 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 смотрите, что там есть. Смотрите, что там есть. Там труп, там какая-то синяя штучка красивая. Там мне туда. А как мне туда? Погодите минутку. Я что-то по карте не до конца понимаю, как мне туда. Ну, то есть, теоретически, вон, конечно, дверь у этой Васи. Ну, ладно, будем ходить пробовать. И заодно, раз тут дыра. Ну, знаете, дыра. Может, в эту дыру вот эту штуку попробовать скинуть. Хотя вряд ли. Я его вряд ли смогу именно увести куда-то, потому что ну, он меня цапнет пару раз и все. Я что, скелета слышу? Ну, мне туда явно надо, там интересно. А, лесенка. Спасибо. Обойдешься. Я думал, ты сдох уже. Фух. Опасно. Так, секунду, что у меня с зелеными камнями творится? У меня всего два зеленых камня осталось, если что. А, меч заточился? Заточился. Ну, на меч этой штуки хватает надолго, согласен. А, иди сюда, сюда. И сюда. Надо немножко подлечиться. Потому что, ну, что-то я привык уже ходить с целиковыми жизнями, ну его нафиг. Я не хочу рисковать. Два камня зеленых осталось. Один для маски, один для меча. Так-то это отвратительно. Ладно, булава жрет камни синие, но у меня камней синих вроде как норм. И они еще попадаются время от... Вот просто фейл. Зайди, пожалуйста. Стоп, а это что? Это просто дверь в никуда? Я не могу туда пройти, ребят. То есть это, возможно, какой-то... Что у нас карта говорит? А, это как, возможно, переход на другую локу? Как туда-то попасть? Блин, мне туда надо. Ладно, это вроде как... Ну, карта на этом заканчивается. Странно, что меня за дверью ждал моб. Это вроде как переход на другую какую-то локу, которой пока нет. Посмотрим. Можно еще пойти в эту, конечно, сторону, но мне интересно, как туда попасть. Давайте... Нет, в эту сторону мы не пойдем, спасибо. Там обрыв. Обрыв линии. Так, 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 так. У нас еще есть, конечно, и вот эта сторона. И сюда мы обязательно тоже сейчас сходим. Уж не хотите ли вы мне сказать, что наше Диабло застряло? Или это другая Диабло?
Мне вообще не стыдно. Я его убью. Чем встречаться с этой фигней в открытом бою? Он мне опять батарейку высадил. Тело. Да, я его убил, хорошо. Блин, да почему я их вытаскиваю-то так каждый раз? На этом уровне у нас батарейки прям одна за другой летят. Ну, на самом-то деле... Он просто очень сильный и тяжелый. Но так-то по жизням... По жизням я его уфигачил. Странное место такое. Такая комнатка в никуда. Ну да, там... Интересно, это он был или есть еще одна такая штука? Вот что мне хочется знать. Здесь прохода нету. Вообще очень странная комнатка. Так, хорошо. У меня почему-то было ощущение, что наша Диабло убежала куда-то сюда. Это не вот этот проход случайно? Возможно, и он, кстати. А может и нет. Мне как-то за стенку сюда попасть надо. Да? Я так понимаю. Там что-то очень-очень-очень ценное и интересное. Так, минуточку. Давайте я еще раз с картой быстренько сверюсь. Да, я сейчас... Минутку, туда попасть вообще, что ли? Не... Нет, можно через... Нет, ну это возможно... Вот я же говорю, что карта очень дико нечеткая. И я не могу понять, где проход, а где еще что-то. А более четкой карты у меня найти не получилось. Потому что, в принципе, это единственная карта, которую я нашел. Но мне туда явно надо. Да ты-то откуда здесь взялся? Зачем ты убегаешь? Иди сюда. Так, вот бить меня совершенно... Блин, не обязательно. Да отпусти меня. Вот этот кидок у него очень страшный. А, все, он съел. Вот этот кидок у него офигительно страшный. Он пол хпшки забирает моментально. То есть мы с ним танцевали. Бах! Пол хп нету, и все. Аля улю. Это у нас. Это, по-моему. Так, ладно. Это вроде как один из тех проходов, который нам нужен. Чисто теоретически мы можем туда добраться сейчас до этой комнаты. Но я не уверен. Сейчас будем смотреть. Да, тут у нас тоже обрыв. И сюда мы тоже никак попасть не можем. Да, блин. Но вы видите, там есть место. Сейчас я попробую еще раз глянуть. Тут у нас комната с обрывом. Да, комната с обрывом. Получается, следующий обход, он находится дофига далеко отсюда. Это нужно вернуться. Сейчас попробуем. Я попробую это найти. Ну, это будет сложно, если что. А, ну здесь есть сундучок, если что. Давайте пороемся. Я что-то совсем забыл про сокровища. Тут у нас прям битвы. Битва на битве. Ага! Двуручная булава. Блин, ну знаете, смотрите, там чуть-чуть дробящего, чуть-чуть колющего, чуть-чуть проникающего, всего по чуть-чуть. Ну, выглядит-то она, конечно, устрашающе. Двуручный меч. Односторонний двуручный меч со слегка изогнутым лезвием. Смотрите, очень хороший режущий эффект. Очень хороший, прям 4,5. То есть качественное оружие, хорошее. Хм, это тема на самом деле. А ты кто? А, веревка. Моток веревки. А в столике? Давайте карту. А, сейчас, фиг тебе.
Ну, разрабы, ну чего вы так жлобитесь-то на карты? Ну, пока весь уровень не исследуешь, фиг тебе кто что-то даст. Ну, в кераске. Ну, в такой мы ходили. Это хорошая кераса, в такой мы ходили. Это такая же, только укороченная версия, да? Да. Кстати, а комнатка-то неплохая. Так-то. Так, эта табуретка двигается? Двигается. Двигается, говорю. А тут тогда что? А, здесь просто уборная. Ну ладно. Фух. Ну этих собак тут прям дофигища. Так, это у нас опять же проход в подземелье. Ну, я хочу... Беги, пожалуйста. Но он застрял сейчас. Я не могу идти просто на ровном месте. Он застрял. И все. Может, потому что тут находится переход на локацию, потому сверху текстуры так проработаны. Короче, офигево. Тут вот этих собак просто дофигелиард. Я уж даже не знаю. Так, по идее, нужно бежать, пока мы не пройдем через дверь. Так? Так. Дальше у нас будет проход сюда вниз, чисто теоретически. Сейчас давайте посмотрим. Нет, это не та Диабло. Я его убил. Я его убил по той простой причине, что я ни разу не дал ему ударить себя. Я просто держал его булавой на стане. Короче, сейчас чисто булава затащила, потому что он был наэлектрифицирован. Вот и все. Вот куда он убежал. Это была не та Диабло. Тот, короче, просто застрял в текстуре, я его забил. А этот убежал от меня вниз, когда он меня грохнул. И, собственно... Так, вот тут есть два прохода. Один такой. Они ведут у нас в одно и то же. Теоретически, да. Фишка в том, смогу ли я выйти... Минуточку, я, возможно, и выйти-то там не смогу, да? Давайте посмотрим. Мне, возможно, придется еще дальше обходить. Они меня ведут. Пройди, пожалуйста. Тут что-то есть? Конечно, тут есть. Тут эти умывательские принадлежности. Так, сюда. Тут шкафчики. Метелочки, фигурочки. Кстати, вот эта фигурка. Ну, кстати, смотрите. Мне кажется... ох, ты ж ё, это шары для баулинга, фигурки. Ну, не для баулинга, для той забавы. Прикольная тема. Булава жонглера. Блин, я до сих пор помню, как на меня нападали с этой булавой. Это было то еще зрелище. Ну да, людей тут как бы было все-таки дофигища. Ну, судя по тому, что сколько тут монстров и людей. Так, это нам сейчас, если возвращаться, я смогу вон там вон пройти, мне интересно. Давайте глянем сейчас. Заперто. Неприятно то, что заперто. Интересно, я просто пропускаю ключи или... Ну-ка. А туда в обход попасть? Минутку, минутку, минутку. Это у нас начало уровня, так? Так. Я же сюда как-то попал. Погодите минуту, ребят. Знаете, самое забавное, что я же сюда как-то попал со входа. Но сейчас я смотрю на карту, и карта мне говорит, что мне невозможно попасть сюда со входа. Я бы мог, наверное, предположить, что я ходил... Я ходил через подземелье. Это, кстати, было бы очень неплохим ходом, если бы можно было зайти через подземелье и
и выйти где-то в другом месте. Это было бы, кстати, очень прикольным решением для этого уровня, наверное. Но нет. Каждый раз, когда я заходил в подземелье, я выходил ровно с того же самого входа, как я приходил туда. Поэтому такой вариант отпадает. Там везде камни. То есть, чисто вот посмотрев... По идее, я сейчас смотрю маршрут, как мне теоретически можно было бы попасть в то место, где лежит мужик с синим камушком. Вот. В это место можно прийти исключительно... пойдя налево с начальной локации. Ну, не с начальной локации, а... Вы меня поняли. Вот. Но дело в том, что... Я теперь не могу попасть к началу уровня. Хорошо, мы с вами можем сейчас сходить в еще одно местечко. Сейчас, как мы туда проходим? Еще раз гляну. Сюда надо, потом... Оу-оу-оу! Да хватит меня бить-то! На тебе фарш. Отойди, отойди от него. Хватит меня бить, говорю. Все, успокойся. Стоял я себе спокойно, думал, прибежало еще что-то. Серьезно, или их прям реально настолько дофига в этой локе, или они спаунятся, что было бы не очень честно, наверное. Но я не думаю, что в этой игре есть такая штука, как спаун, поэтому... Будем исходить из того, что их просто дофига. А то, что их дофига, это прям вот подтвержденный факт. Вы посмотрите только вот в этой локе, сколько их было. Наша прошлая серия закончилась на том, вау, их тут двое, а нынешняя серия... Так, где у нас там поворот? Должен быть треугольничек и... Давайте сюда. Причем я уверен, что они здесь где-то еще есть. Еще одна Диабло? Ты серьезно? Ну и все, короче. Гамовер. Встань! Угу, сейчас, блин. Я побежден, да-да-да, я знаю. Вали отсюда, все, уходи. Кыш-кыш-кыш. Блин, вот урод. Ты достаточно далеко ушел? Блин, он там эти горшки валяет. Пойдем сюда. Я же говорил, я опасаюсь, что здесь может быть что-то побольше тех ребят. Так, тут у нас зеленых не осталось. Зеленые у нас только здесь. Хилимся. Но он меня за три удара выносит. То есть, или я его держу на расстоянии и убиваю, или он меня уносит за три удара. Ну, он меня валит, потому что, ну, когда он меня свалил, то все, это уже ГГшечка. Там вообще без вариантов. Что мне с ним делать-то? Опять идти с ним драться? Я не хочу. Ладно, пусть допустим, что он там у нас где-то бегает. Пока пойдем вперед, посмотрим. Их тут как минимум трое. Теперь этот уровень, ну, представляет собой особую опасность. Я понимаю, почему мне говорили, что, типа, с этого, с четвертого пойдешь сюда, улетишь на загрузку. Потому что я сначала думал, что, возможно, из-за того, что вот эти вот твари будут по три, по четыре нападать. Нет, мне хватило бы одного вот этого. С тем снаряжением, которое у меня было. Он-то и сейчас меня валит.
Но с тем снаряжением, которое у меня было, мне бы хватило одного такого чувака, чтобы лететь на загрузку. Вполне. Благо, загрузка тогда была не так далеко, как сейчас. Сейчас-то вообще печаль. Тут у нас просто неисследованная лока еще. Может, кстати, я бы ключик нашел какой-нибудь или что-то. А это... Я не буду испытывать, что это. Ух. Так. Ну, я так понимаю, что это... Ну, грубо говоря, наверное, печи, да? Здесь гончар какой-то трудился. Хотя я не вижу верстаков гончарных. Это очень сильно похоже на печи. Ну да, там маленькие такие влазики, то есть засовывают эту штуку, она там внутри опекается, обжигается. Я имею в виду печи не для еды, а печи для... Ну и смотрите, сколько здесь черепков. То есть я думаю, что это была гончарная какая-то мастерская. Так, сундучок такой одинокий. Блин, тоже с гончарными фишками. Надо бы найти какой-то способ. Блин, я сбился из этого придурка. Так-то по-хорошему. О, а тут проход есть. Я из-за него сбился, и теперь я не уверен, куда мне идти. Ну, тут раскрашивали гончарку. Ух, я боюсь сейчас всяких звуков. Карта, ты где? Там кто-то ходит. Давайте небольшой, пожалуйста. Я, по-моему, не туда куда-то зашел. Да, я не туда зашел. Гончарка у нас вроде как... Ну ладно, я сюда тоже гляну. Во-первых, тут все равно кто-то лазит, его надо упокоить. А во-вторых... Ты обычный. Но вас двое. Но опять же обычный. В прошлый раз меня двое обычных ушатали. Нет! Так, один уехал. Спасибо. Он мне помог. Ударь! Ударь его! Нет, встань, встань, встань! Не... Ай, встань, пожалуйста! Нет, не падай! Нельзя падать! Фух. Вот это я сейчас это вообще как-то... Нельзя так, вы чё? Нафига ты со спины пришел, дебила кусок? Тут на меня эти двое выскочили, я думал, сейчас ГГшечка будет, а еще этот приходит. Ну да, он мне помог, я согласен. Они когда, их когда много, они друг другу мешаются, и мне это сейчас сыграло в плюс. Хо. Как я это сейчас пережил? Не знаю. Ну, смотрите, какой, ну, не то чтобы дичайший рандом, но вот я встречаюсь с Диаблой один на один, и он меня топчет. Я встречаюсь с Диаблой один на один и валю его без единого урона. Я встречаюсь с Диаблой, вот, палитра, блин, я думал, это какое-то ожерелье, оно так лежало, прикольно. Ну, то есть это тупо, кто первый попадет или как это работает? Ну, то есть... О, этот сад. Сад. Что у меня по булаве? Что там осталось? Опять батарейка в ноль. Ну, практически.
Ну, то есть там еще чуть-чуть есть слабым, но ну, на пару ударов, на одну драку максимум. После стольких маханий. Да и меч, смотрите, как подыстощился. Это, блин, по-моему, я ни в одной локе столько не дрался много, мне кажется. То есть это прям... Здесь приходится махать и махать. Я же надеюсь, это та Диабло, которая от меня убежала, да? То есть там нету еще одной, которая ходит. Ну ладно, ребят, ну их было три, ну хватит уже. Ну серьезно, три это уже нормально, это уже прям хватит, это достаточно, я не хочу больше. У меня скоро все ресурсы позаканчиваются, все батарейки, все что только можно, блин, вы что делаете? Я сейчас иду немножко не в другую сторону, не в ту сторону, я просто хотел зайти глянуть. Тут есть вот этот вот центральный поинт. Ну, грубо говоря, сад с этой, с девой. Мы от него пляшем. Я там из-за Диаблы не туда свернул, из-за того, что он меня вырубил. Мне пришлось быстро подхватить вещи и бежать. Вот, но... Ау. Ау. Давай-ка сюда обратно. Так. Ай. Больно. Коленкой прямо. Сад с девой. Короче, вот эта фишка. Мне уже шаги мерещатся. Так, на карте он присутствует, с ним все хорошо. Мне нужно... Я понял, где я только что дрался, кстати. Сейчас мы выбегаем, и нам нужно будет... Сейчас, как бы, смех смехом, а я хочу красивую превьюшку. Вот, так что, да, вот так вот. Все, хорошо. Я потом это где-нибудь найду, сфоткаю и попробую из этого слепить что-нибудь красивое, опять же, для вас, ребят. Так что не надо меня осуждать за это. Хорошо, 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 выходим. И теперь идем опять же сюда, но на этот раз... Так, первая дверь, вторая дверь, это вот эти две двери, а нам нужно, сейчас попробуем найти это место, нам нужно сюда, почему там на карте, ну я же говорю, эта карта, возможно, не точное отображение, тут вход... А, это вот так вот имеется в виду? Минутку, 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 возможно. Ай, блин, 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 не заметил. Этот... Отойди, пожалуйста. Спасибо. Ну, выглядит, как будто это та дверь, которая нам нужна. Давайте зайдем. Да чтоб тебя, хорош! Я даже не приблизился, он уже спотыкнулся. Так, вроде как нам вот сюда. А, нет, стоп, ребят, здесь же это у нас... Да-да-да, то-то я и думаю, что... Что за фигня? Здесь же у нас мастерская. А, и там два прохода будет? Ну-ка, давайте проверим, так ли это. Вот, вот этот второй проход. Почему я говорю, что я сюда зашел, и я не понял, что произошло. Вот он, второй проход, который нам нужен. Фух. Тут вроде как у нас и остался еще... А-а-а, кусочек, блин, что вы делаете? Неисследованные зоны. Я чуть не улетел только что. Сумка. Да ну нафиг. Сумка, мыло, шкатулка, коробка, фигопка, бутылка. Карту дайте человеческую. Я не хочу ходить по вот этому огрызку, который я скачал. Я хочу карту, пожалуйста. Игра, ну чё ж ты так жестоко-то поступаешь? Ладно. Я потом еще и отсюда не выйду, это будет весело. Ну ладно.
Тут в паре моментов есть такое, что ты выходишь из двери прямо в пропасть. Поэтому, ну, мы с вами уже даже видели такое. Поэтому надо быть крайне аккуратным, когда шагаешь куда-то. Вообще, ну, то есть, если тебя убивает какая-нибудь Чубака, то тебя просто убивает Чубака. Вот видите? Видите, как весело? А если ты улетишь в пропасть, то это все. До свидания, это сразу загрузка. Как я вам уже, наверное, несколько раз говорил, что наша ближайшая загрузка, именно загрузка, это будет потихонечку конец этого прохождения. Так, я, наверное, понял, где. Или не понял? Понял. Так, хорошо. Смотрите, что там есть. Там какой-то факел горит. Но сюда идти, это же упасть, да? То есть это не проход, наверное. Да и здесь ты особо не походишь. Блин. О, Моргенштерн. Здорово, давно не видно тебя было. Железный свиток. Тут у нас всякие грабли, свечки, всякая фигня. Здесь свиток. Кочерга. Ага. Кочерга. Вопрос в другом. Здесь я протиснусь? Прохожу, прикиньте. Вот. А здесь столик. Давайте в этом столике что-то полезное будет. Два раза. Спасибо, игра. Шкаф. В шкафу тоже пусто. Угу. Угу. Вы это слышите? К нам пытаются... Булава села. Булава села фигово. Да куда ты, блин? Знаете, у меня появилась на секундочку идея. Ох, неплохо его. Появилась на секундочку идея свалить, но за счет того, что он тяжелее, он тупо может меня утащить. И... Да уйди ты от меня! Фух. Хотел его свалить туда в яму, но я подумал, что он меня просто утащит, и все, и звездец будет. Сияющий слабым зеленым. Меч еще не сел. Хорошо, села у нас булава. То, что я говорил, что ее хватит на одну драку еще. На самом деле, то, что ее хватило на драку с Чубакой, это прям... Давайте я вот этот камень поставлю, фиг с ним, мне интересно. Вот, кстати, а сейчас анимация это сработала, если что. Молодец, просто взял, упал. Мы уже, наверное, будем потихонечку, ребят, заканчивать серию. Время-то, как вы видите, уже прям подходит. Но мне интересно буквально еще капельку. Это гирька для весов. Я на секундочку подумал, что это бутылка такая странная, потом, да, это гирька. Так. Мне интересно глянуть, что здесь. А это случайно не то же место? Нет, но оно не то же. Оно может быть другое. О, странно. Я не пойду вниз, наверное, пока что. Ну его нафиг с этими ступеньками. Или это тоже место? Ну-ка, ребят. Блин, серьезно? Это я такого кругаля навернул. Это то же самое место. Это я просто по кругу сейчас прошелся. Черт побери. Ну, хорошо тогда. Хорошо.
Все, у нас, я так понял, вот эта часть зачищена. Более-менее мы по всему рынку уже походили, кстати. У нас осталось единственное место, которое не зачищено. Это если с начала локации пойти налево, там вроде как, надо будет посмотреть, но там вроде как есть проходы через там задницу мира буквально и всякое такое. И там можно вроде как попасть к тому мужику с синим камушком. Это нужно прям по краешку карты там протиснуться, проползти и дойти. Проблема в том, что я не вижу сейчас, как мне вернуться к началу уровня. Вот такой вот, вот такой вот смешочек. Там у нас запертые ворота. По идее, к ним должен быть какой-то ключ, наверное. Ну, это просто шорткат, я так понимаю, да? Но в этом всем хламе я ключа не нашел. И сегодня у нас больше такая напряженная серия была в смысле боевки. Сегодня прям месиво-месиво. Поэтому... наверное, ребятки, что я сделаю? Я, наверное, за кадром, раз вы всю эту местность уже видели, все-все-все, я за кадром быстренько еще пробегусь, прошарю все на момент лута. Мне просто интересно найти ключ и, может быть, карту я все-таки найду. Вот, опять же, если я найду какой-то способ вернуться... Да, кстати, у нас тут обозначено то место, где нас встретил монстр за дверью, обозначено как переход на следующий уровень, но он не работает, так что все нормально, там у нас нет перехода на следующий уровень пока что. Если будет что-то интересное в процессе моей беготни, то я вам обязательно об этом скажу. Есть еще вроде как парочка небольших кусочков, в общем-то, нам осталось с вами добрать эту локацию, тут совсем немножко осталось, побывать в парочке мест... И можно будет потом идти в подземелье. Потом облазим подземелье. Карту подземелья я, опять же, таки не видел. Дама с Панамой. А вот. Так что мы с вами потихонечку приближаемся к тому моменту, где у нас все будет собрано, залутано, и все будет красиво, хорошо и великолепно. Вот, на этом тогда пока что мы нашу серию заканчиваем. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующей серии, которая будет, как вы знаете, скоро. Вот. Все, ребятушки, на этом у нас все. Всем спасибо, всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.